А возле Кабмина сегодня бастовали педагоги, требовали денег. Несколько тысяч учителей выступили против урезания образовательной субвенции. Правительство сократило ее более чем на 1,5 миллиарда гривен. И преподаватели говорят, теперь им придется попрощаться с надбавками, премиями и другими вознаграждениями. А более 7 тысяч учителей оказались под угрозой сокращения. Педагоги требуют установить им оклады в размере не менее 3 минимальных зарплат. И если Кабмин не пересмотрит субвенцию, готовы начать процедуру коллективного трудового спора.